Всем привет, дорогие друзья! Пандос FXович на связи, и групповой этап Кубка Фиферов стартовал. И стартовал сразу с фаворита. Я обманал просто этот жребий. Серега, что ты там надел? Я все еще не знаю, кто у меня в группе. Я попросил Серегу не спойлерить. Но первый мой соперник — это сразу же фаворит, блядь, которого я всей душой обожаю, и вы об этом знаете, блядь. Хотя при этом я его обыграл вроде как в полуфинале «Звездной битвы». И на Кубке Фиферов обыграл. То есть у меня сейчас хороший винстрик против фаворита. Две победы подряд. А до этого у меня всегда разъебывало. Переживаю пиздец, блядь. Потому что это сраный фаворит, который все еще играет как задрот. И ему еще гипс сняли, блядь. Все, блядь, теперь он снова рукастый. Даже никакого преимущества у меня нет. У меня все тот же Наполи. Мертенса так и не подвезли. Какого-то хрена лучший бомбардир, блядь, нахуй в Наполи. Алло, и Шпортс. Лучший бомбардир в истории Наполи ушел из клуба. И вы даже не вознаградили его картой. Ну что за нехорошие люди. А мне, друзья, лишь остается вам напомнить о моих постоянных спонсорах. Это мои хорошие легальные друзья из компании Пари, у которых недавно произошел ребрендинг. Посмотрите, как красиво и стильно выглядит сайт. Там вы можете делать ставочку на абсолютно любой вид спорта, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. Куча интересных матчей, на которые вы можете сделать ставочку. И также, если вы пройдете верификацию до конца, то вы получите отличный бонус. 1000 фрибетов, друзья. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Переходите, и всем удачи. А если вам нужны монетки, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Так, а это, собственно, у вас на экранах состав Димки фаворита. У него какой-то разъебный Нунес в атаке, который сейчас на втором месте по бомбардирам. Эвертон, Тарапт, Жао Марио, Гримальдо. Ну, в целом состав выглядит неплохо, на самом деле. Я думал, что Бенфика намного хуже выглядит, а тут, смотрите, сколько разъебных карточек. Блин, ладно. Как говорится, перед смертью не надышишься. Или как там говорится? Перед сном не надышишься. Перед чем-то, короче, не надышишься. Перед ебаным фаворитом не надышишься. Вот, это новая трактовка теперь. В общем-то, сейчас я его приглашаю. И мы стараемся разъебать. Все, друзья, я приглашаю фаворита. И мы, собственно... Салам алейкум! Да куда же без него, друзья? Здорово! Здорово, братишка! Вы думали, меня не будет в групповой стадии? Ха-ха! Хер там плавал! Чувак, как ты отлетел от соу-лау-кау, бля? Ну как так? Я до сих пор не могу в это поверить. Ну какая хуйня тебе залетела? Не, гол несомненно красивый, но, бля, по совокупности матча ты должен был, конечно, выиграть. Все, бля, фаворит, блядь! Присоединился. Выдохнули. Сейчас мне водичка нужна. По бумаге ты уже выиграл. По туалетной бумаге я, может, и выиграл. Я уже обосрался, блядь. Я готов, наверное. Давай, синяя-красная. Тузик грелку, брат. Это всего лишь фаворит? Всего лишь ебаный фаворит? Ты еще не знал в этом кубке поражения. И давай не знакомься с ними, брат. Да, я, кстати, еще ни разу не проигрывал. И не хотелось бы ощущать это чувство. Так, сейчас я немножко Димочку задизморалю своими вот этими штучками. Смотри. Это вот Мос. Все же помнят, да, что Мос козел. Наполи, Италия, блядь. Не зря мы все окна закрыли, чтобы подушнее. Да, да. Все, друзья, я готов. Схему не забудь. Схему не забыл. Ага, не ждал, Дим фаворит. А паузу нажимаю, блядь. Я уже начинаю душнить, блядь. Так. Сейчас на руке швы разойдут. Я, кстати, короной уже не болею, если кто спросит, какого хрена. Я, кстати, тоже, я делал тесты, он тоже, и мы не беременны. Так, все, друзья, let's go. Удачи, разыпай. Так, первое время я постараюсь молчаночку играть, потому что переживания, там все дела, сами понимаете. Слушай, можешь подушнить чуть-чуть? По контроль, пускай игроки почувствуют мячик, передачи, почувствуют уверенность. А потом, как только увидишь брешь, сразу гаси. Окей. Я тебя услышал, брат. Это опа. О, в очко уже. Очко я люблю. Очко за два считается. Угу. Так. Вспомни, что здесь прекрасный синий, вот этот вот. Проверишь? Перекладина, блядь, сразу же, сука! Мог начать так красиво, но обосрался. Так, да. Ну давайте смотреть, как теперь Димка будет атаковать. Он что-то умеет вроде. Ну, бля, он и гипс даже снял. Гипс снял специально, блядь, к матчу со мной, блядь. Да, хулиган. Так, Инсиньо, забегай. Бля, нет, куда да? Он кроет. Сюда. Хорошо. Сюда. Хорошо. Вспомни, Асимен тоже может. Блядь. Инсиньо он будет держать просто толпу. Да, он прям толпой держит, смотрите, куда давать. Бля, ну куда давать? Нужен отвлекающий маневр какой-то от Инсиньо, чтобы отвлечь.
Помнишь, что Инсини еще и Тревелла может падать? Вот оно. Блядь! Сука! Сука, я думал уже гол. Ой, бля, второй момент. Ебучий фаворит, бля, как тебя забить нахуй? Так, держите. Хорошо, ошибся. Старается. Хорошо, ошибся. Давай на контратаке. Беги, Асимьен, в офсайде. Давай толкай! Не, офсайда не было, он бы свистнул. Блять. Бля, я знаю, он любит, короче, в центр давать. Типа на фланг и в центр. Есть у него какая-то фишка такая. Защитил игру его, да? Угу. Ух, как? Ох ты ж! Офсайд! Офсайд! А! Ебать! Охуеть, это что? Блять! А я не понял. Я тоже не понял. Ставь лайк, если тоже не понял. А он умеет бить? Не знаю. Но я знаю, что у меня голкипер 79 рейтинг. Но при этом пока что он один мяч только пропустил. Я же тебе говорю, мы всегда до Тамбова можем доехать. Да, если что, короче, Димка, жди в гости. Нет. Блять, сука! Что за вертолеты там летают? Идите... Блять. Не отвлекайте нахуй. Фаворит проплатил, чтоб тебя отвлекали. Ух, блядь, ну... Все, ну чё, блядь, всё на ногу к нему летит. Игра не души. И так, блядь, с душным играю. Это он не про меня сейчас. Втроём, хорош. Блядь, да... Ну я ебал, блядь, ну что всё на ногу летит? Нет. Всё. Но это... Справедливости в нашей жизни нет. Я так уж точно. Мне ли не знать? Ну да, ты... Познал, блядь. Дзен, блядь. Центр он прям перекрывает. Да, он прям держит, блядь, все нахуй. Слушай, может попытаться тебе в штрафную входить? Не знаю, может быть. Ой. Так? Да, да, да. Мерет, бля, спасибо, нахуй. Ну там удар не сам, бля, вот эта хуйня началась у него, блядь. Какие-то там значки над бошками появляются. А, он умеет эту херню юзать, да? Да он заебал, блядь, а вот. Блядь. Хороший контратаку, блядь. Блядь, что я делаю? Нет. Фу. Бля, сам себе чуть не привез, боже. Ангус. Тут офсайд. Бля, он перекрывал, нахуй отдал, я поздно увидел. Сука! 45-ю бы не отдать ему. Да. Ну, блядь, ну я заебался уже! Сколько мне отбирать эти мячи? Хорошо, давай, контратаку. Полетел. Улетел. Хорош. Сколько отлетело фаворит? Да я в ахуе, блядь. Душная, потная игра, блядь. У меня в начале были моменты. У фаворита ближе к концу начали появляться. XG 0.5.0.3, владение 49-51. Ну, максимально равная игра, если честно. Хорошо. Блядь. Пиздец, затылочком, да. Все игроки. Ну, попробовать можно. Бля! Я попробовал. Мне кажется, он двигает? Двигать, да. Да, может быть. Блин, а если не ждануть, понимаешь? Он будет ждать файна, сдвигать, а ты в ближку, короче, бьешь. Mm-hmm. Ощущение, что матч до гола просто. Ну да, мне тоже такое ощущение. Напоминает Last Tour. Last Tour? Ну, типа, на этап в групповой, где у многих, знаешь, по нулям, mm-hmm. И спот матчу, мой матч в том числе. Так, вот его любимое началось по флангу и в центр будет давать, сдержали. Пошёл нахер! Сдержали. Ой, не знаю, что делать, друзья, вот так вот, что ли, поделать? Неплохо. Интересное решение. Немножко разбавили духоту. Да пиздец, он, блядь, держит всех, блядь, нахуй. Я не знаю, что мне делать. Опа. Давай! Блядь! Сука! Блядь, проебал такой момент. Вот сейчас хороший был. А,
Здорово. Найс, Димка. Бля, я не знаю, я ни разу замены не делал, но может быть это выпустить Мертенса вместо Семена. Похуй давай, Мертенс. Забегай, забегай. Хожу. Блядь, дриблер, конечно. Ух! Ну! Ну, блядь! Сука! Ебал, блядь. Да хавай. Ой, блядь. Не, у тебя по опасным моментам поинтереснее все-таки. Да у меня больше моментов. Блядь, ну это пиздец был сейчас. Да. А, отлично. Блять, сука. Раскрутил меня, блядь, свою, ну не за я ебал, блять. Играем дальше, блять, 1-0. Хотя бы ничейку забрать бы в этом матче теперь. Да, блять, когда у тебя преимущество, моментов больше, блядь. Обидно пропускать. Так, кто у него играет, я не пойму. А чё, если вот так вот? Анус. Ебать. Это кто? Это новенький Мертенс, который вышел мне. А, красавчик. Тысячи игроков просто у него сразу в обороне. Да, подсел на защиту, конечно. Ой, бля. Так, хай прошел в ёбу, блядь. Все, тут уже улын надо идти. Не-не-не-не-не-не. Все. Вперед, мать вашу! Я не знаю, куда давать, блядь. Я просто игрока там не вижу. Вот теперь вижу. Блядь! Я не знаю, что мне делать, я тупо хуярил, он, блядь, ну опять к нему отскакивает. Я не знаю, что мне делать, знаете. К нему спешить некуда. Хорош, шанс. Давай, Лазаныч, забегай. Ебаная обработка в конце была, я просто в ахуе, блять. Ну чё, проебал первый матч. Ебать обидно, блядь, там последний пас, блядь, такой хороший был. Но обработка, блядь, просто божественная была. Ладно, друзья, что я могу сказать? Поздравляю Димку, бля, молодец, блядь, выиграл 1-0, проебали, но... Вроде как сильнее был даже, блядь, как мне кажется, моментов у меня больше было. Ладно, всем спасибо за поддержку, друзья, увидимся уже в next туре. Я до сих пор не знаю, кто у меня в группе. Возможно, там Сипскана и Клён меня поджидают, посмотрим вообще. С вами был я, Пандос Фиксович, Джеффри, и, собственно, фаворит. Ссылочка будет в описании на всех пацанов. Всем чао, какао.